В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. Я тебя спас, и в благородство играть не буду. Чего в растяжку-то полез? Да-да? Ты, наверное, меченый? Давай пробиваться вместе. Сознание. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным.